Суперкота и воспользоваться им. Как будем это делать? Предлагаю заманить его играми. Коты любят играть с веревочками. Иди сюда, киска. Похоже, нужно что-то другое. Еда – беспроигрышный вариант. Пока он будет есть, я воспользуюсь талисманом. Что это было? Тарелка пустая! Ёшкин кот. Что же еще придумать? Точно! Может, словим его суперсетью из попыта? Что это? Эта суперсетка не позволяет двигаться. То есть, если мы ее здесь положим, суперкот будет бегать вокруг и встанет на нее, он замрет. Круто! Нужно было так сразу сделать. Давай сюда! Окей. Получилось.